Выбор всегда есть, а вот каким он будет, зависит от каждого из нас. Что толкает казахстанских женщин на панель? И почему мужчины продолжают жестоко избивать женщин? Об этом и не только. Сегодня в информбюро. Қайырлы кеш, студияда мен Ирина Евгеньева, және Арканат Кобжасар. Рахмет, Ирина. Кеш жарық, қымбатты көрермен. И смотрите прямо сейчас. Хватай, кто что может. Толпа разграбила один из складов Международного центра приграничного сотрудничества «Хургос». Как такое возможно? На СВХ хранились товары, оставленные в зале таможенного досмотра. Как много унесли и накажут ли грабителей? Слив в озеро. Кто загрязняет Алаколь? Шокированные туристы выложили видео в сеть. Средь бела дня в озеро стекает мутная жижа. Что это? Это не канализационная вода. Можно ли вообще купаться в таком месте? Куда смотрят проверяющие? Сплошное месиво. Родные друзья Светланы Башко просят наказать ее обидчика. Кто совершил такое? Избивал очень жестоко, и вот пуще. Женского психолога избили кастетом во дворе дома. Неужели агрессор на свободе? Сколько пластических операций потребуется женщине, чтобы привести внешность в порядок? В Казахстане хотят отменить земельный налог для собственников квартир. Чья это инициатива? Неужели причина кроется в сложности расчетов? Не будет налог, потому что сейчас это незначительная сумма. О какой сумме идет речь? Как еще предлагают изменить налогообложение для рядовых граждан? Нападению подвергся один из складов Международного центра приграничного сотрудничества «Хургос». Толпа ворвалась на территорию хранилища. Группа людей, включая женщин и детей, повалила забор из цинковых листов и прорвалась на закрытую территорию. По предварительной информации, причиной массового гнева стал конфликт с таможенниками. На этом складе хранятся товары, превысившие весовой лимит. Именно на этой почве, предположительно, и возник конфликт. Торговцы, не согласные с решением сотрудников досмотра, решили забрать свои вещи. Охранники не смогли их остановить. В департаменте Алма-Атинской областной полиции сообщили, что уже привлекли к ответственности 5 человек. Проведена разъяснительная работа, и ситуация была урегулирована. Действиям участников будет дана правовая оценка с привлечением к ответственности согласно действующему законодательству. Необходимо отметить, что само складское помещение в целости и сохранности. Конфликт разрешен на месте. И во время инцидента никто из работников МЦПС и таможников не пострадал. В Жамбылской области не утихает конфликт жителей с полицейскими. Ерканат, в чем причина? Как это связано с наркобизнесом? Ирина, тәртіп сақшыларының заңсыз әрекеті әбден әбігеретті деген ел, аудандық полиция башыларының бәрлігі орнын босасын деп талап етіп отыр. Халық неге көшеген шықты? Бұл есірткі барондары мен полиция арасындағы бұрын соңды болмаған қақтығыс па? Сәлденген айтып береміз. Жильцам многоквартирных домов уже в новом году, возможно, не придется платить налог на землю. В Министерстве национальной экономики планируют его отменить. Оказывается, затраты на административный сбор этого налога обходятся государству дороже и не окупаются даже поступающими от граждан средствами. А для физических лиц, владельцев частных домов и другой недвижимости планируют объединить в один налог – налоги на имущество и землю. При этом сумма сбора не изменится. Это делается с целью упростить процедуру уплаты. Вместо двух квитанций – одна. Изменения коснутся только физических лиц. Сейчас законопроект находится на стадии согласования, а осенью поступит в парламент. То есть эти два налога будут объединены в один налог? Но порядок расчета сохранится. У каждого действующего налога будет свой расчет. Остается расчет, но будет к уплате единая сумма. То есть сумма будет одна, но будет состоять из двух частей. Одна часть по зданию, вторая часть по земле.
И снова избили женщину. На этот раз психолога. На Светлану Башко напали во дворе ее дома. Когда она потеряла сознание, мужчина стал добивать ее ногой в лицо. Нос женщины полностью раздроблен. Ей потребуется несколько пластических операций. А вот обидчика ее задержали, но потом отпустили. Почему так произошло, выяснял Аскармин Дыбаев. Нападение произошло внезапно, в половину 10 вечера. Светлана заехала в свой частный дом, и из-за угла на нее напал неизвестный мужчина. Позже выяснилось, что он таксист. Он начал наносить удары кулаком, а потом уже и кастетом. Лицо избито до неузнаваемости. Сейчас у женщины смещение челюсти, черепно-мозговая травма и раздроблен нос. На днях она перенесла тяжелую операцию. В больницу журналистов не пускают. Женщина вышла с нами на видеосвязь. Дошли, кто это сделал, я опоздала. Его отпустили по закону, потому что наш закон гласит, что не убили. Если бы убили, был бы другой разговор. Если бы он что-то успел взять, да он не успел взять, потому что его спугнули соседи, бой. Можно сказать, душераздирающий крик. Избивал очень жестоко, и он отпущен. Родственники Светланы уверены, что это кто-то сделал специально, будто намеренно били ее по лицу. Сама Светлана Башко, известный психолог, популярна в своей стране и за рубежом, проводит тренинги. Кому могла навредить Светлана, родственники только гадают. Нападение было произведено с особой жестокостью. При этом сама психолог своего мучителя видела впервые в жизни. Самое интересное, этот человек в данный момент на свободе, жалуется дочь. Ничего не украл. Была машина с ключами открытая, да, он мог спокойно сесть и уехать на этой машине. Была сумка с деньгами, был телефон в руке, но он ничего не взял. У нас такое ощущение, что он просто хотел изувечить лицо, так как Светлана публичная личность. Тем временем полицейские на камеру ситуацию не комментируют. Позже стало известно, что проводятся дополнительные следственные действия. После проведения необходимых экспертиз мужчине назначат меру пресечения. И еще один факт. Нападавший на психолога не тронул ни сумку, ни деньги, которые были при женщине. Впрочем, истинную цель визита прояснит следствие. Аскармин Дыбаев, Рената Булхаиров, Информбюро Алматы. Ровно месяц остался у казахстанцев, чтобы подготовиться к новому учебному году. Уже сейчас на рынках продаются школьная форма и принадлежности. Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин призвал родителей школьников отнестись к выбору очень ответственно. Ведь от размера и веса рюкзака зависит здоровье ребенка. О чем еще важно знать мамам и папам, расскажет Зарина Беремко. Вес школьной сумки без учебников не должен превышать 1 килограмм. У ранца должна быть жесткая ортопедическая спинка и широкие лямки. Такой совет перед покупкой школьных принадлежностей озвучил главный санитарный врач страны. Кроме того, Жандарбек Бекшин высказался о тяжести учебников, которые могут вызвать сколиоз, остеохондроз и другие проблемы с позвоночником. По данным Минздрава, вес учебников в начальных классах не должен превышать 300 граммов, в пятых-шестых классах 400, в седьмых-девятых – полкилограмма, а в старших классах 600 граммов. Если книги слишком тяжелые, вполне возможно, что это подделка. Зачастую туда используется нестандартная бумага. Вот. А бумага должна тоже соответствовать санитарным требованиям. Четко должен быть шрифт на ней ложиться. Она не должна отсвечивать. Вот. Вот такие параметры, казалось бы, мелочь, но это все ложится на здоровье детей. Помимо того, что вес самих учебников должен быть небольшим, школы также должны способствовать тому, чтобы дети не носили тяжелые ранцы. В этом году во всех учебных заведениях планируют установить шкафчики. По итогам завершившего учебного года 45% школ оснастили свои классы именно вот такими шкафчиками для учебников, сменной обуви и спортивной одежды. Думаю, что в течение нынешнего учебного года эту работу мы будем завершать. Что касается формы и обуви, то врачи по традиции рекомендуют выбирать натуральные ткани и кожу. Хлопок, шерсть и лен для одежды, для сменной обуви стоит отдать предпочтение именно классике, а не кроссовкам, чешкам и кедам. При возникновении вопросов по подготовке ребенка в школу в начале учебного года заработает горячая линия Минздрава, на которую может позвонить любой родитель. Зарина Беремкул, Дидар Елеуф, Информбюро, Нур-Султан.
Остро стоит вопрос нехватки мест в школу для детей начальных классов. Вот уже второй год чиновники настаивают на том, чтобы за парты дети садились в 6 лет. В этом году ожидается новый наплыв первоклассников. Педагоги ломают головы, как разместить в учебных заведениях всех детей. Ведь и так многие уже учатся в 2, а то и в 3 смены. Галия Уильбекова – мама 9 детей. Старшие уже отучились 5 школьного возраста. В этом году в первый класс пойдет 8 ребенок. Первоклашка Каусар впервые перешагнет порог именно этой школы. Живем мы рядом в микрорайоне Тамирис. Сегодня сдала все необходимые документы для первого класса. Сейчас в школьных коридорах тихо, но уже через месяц здесь будет не протолкнуться. Ведь учебное заведение рассчитано на 1200 мест, а учится аж 2800 ребят. Но несмотря на это, принимают всех первоклашек, кто относится по микроучастку. Подготовка к учебному году идет полным ходом. Укомплектовали 12 классов по 30 детей. Но ожидается, что учеников будет еще больше, потому что рядом построили новый микрорайон. По району чуть более 30 детей будет сидеть, 35 детей. Где-то. Это будет не во всех школах, а вот в школах, где вот особый, как сказать, дефицит ученических мест. Это вот это микрорайон Саялы, Алгабас, то есть сейчас называется Зерделе, Алгабас 6, 182 школа. Ахкент, 181 школа. Средняя в этих школах численность детей 30-35. Ну а пока детям придется учиться в переполненных душных классах. Выбора нет. По правилам санитарной безопасности в младших классах допускается не больше 25 учеников, а в старших не более 20. Но для многих городов эти требования невыполнимы. Об этом знают и в Министерстве образования. Год назад тогда еще министр Ерлан Сагадиев заявил, что проблема переполненных школ возникла из-за высокой рождаемости. И решить ее можно не раньше, чем через 4 года, построив новые школы. Но министр сменился, а проблема осталась. С каждым новым учебным годом ощущается все острее. Лязат Ахмеджанноман, Данияр Жусупов, Информбюро, Алматы. Сын Усамы Бен Ладена мертв. Таковы данные американской разведки. Предполагаемого лидера Аль-Каиды Хамзу постигла участь его же отца, утверждают источники в спецслужбах. Правда, информация о том, имеет ли Вашингтон отношение к его смерти, пока нет. Хамза бен Ладен считается любимым сыном и наследником убитого лидера Аль-Каиды. Всего, по разным сведениям, у Усамы бен Ладена было от 20 до 26 детей. Но именно Хамза вошел в командную верхушку Аль-Каиды и якобы поставил себе цель отомстить за убийство отца. Долгое время о его местонахождении никто не знал. И Госдепартамент США объявил награду в 1 миллион долларов за любую полезную информацию о нем. До последнего времени Хамза был гражданином Саудовской Аравии. Но в марте власти королевства лишили его паспорта. Белый дом пока информацию не комментирует, а Дональд Трамп ответил журналистам, что не хочет говорить об этом. Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину. Он выехал в Стамбул и там попросил о помощи американские лоббистские компании. У экс-президента Украины есть все поводы опасаться новой власти. Предполагается, что Порошенко повторит сценарий Михаила Саакашвили. Под видом отдыха он покинул страну и, возможно, больше не вернется. Причиной тому могут быть опасения преследований. Ведь в отношении бывшего лидера Украины возбудили 11 уголовных дел, в том числе за злоупотребление властью, о государственной измене, об узурпации судебной власти и фальсификации документов. Кроме того, Порошенко уже допрашивали в качестве свидетеля по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году. Озеро Алаколь сегодня оказалось в центре внимания. В социальных сетях появились кадры, которые не на шутку встревожили казахстанцев. На видео заметно, как в зоне купания из трубы прямо в озеро стекает мутная жижа. А рядом купаются дети. Кадры были сняты на береговой территории, которая относится к Алматинской области. Индира Какимова разбиралась. Часть отдыхающих брезгливо выходит на берег, но большинство, в том числе и ребятня, с азартом плещутся, не обращая внимания на мутный поток. Зато в социальных сетях прокатилась волна негодования, ведь Алаколь в последние годы едва ли не самое популярное место отдыха для казахстанцев. Тут дети вот маленькие купаются, люди
Позже выяснилось, что слив из гостиницы «Коктем Гранд Ресорт». Администрация отеля опровергла информацию о том, что сливают канализацию, и заявили, что воду из бассейна сливать в озеро законом не запрещено. Но оказалось, что сброс таких вод тоже имеет свой регламент и правила. Сбросы в водные объекты без очистных сооружений запрещены вообще. Значит, сбрасывать можно только при наличии разрешения на специальное водопользование, при достижении предельно допустимых сбросов, утвержденных департаментом экологии. Тем временем волнения в соцсетях побудили специалистов экстренно провести проверку. И, как ни странно, никаких нарушений в действиях администрации отеля не нашли. Это не канализационная вода. И вообще эту воду нельзя в канализацию, потому что канализация встанет. Это же бассейн имеет огромный объем воды. И после этого воду снова где-то она сильно прогрелась. Ну и для обновления снова сливает в озеро Алоколь, в другом месте уже. Но вода, скажем, не свежая. Но это неправда. Позже в СМИ появилась информация, что пятизвездочный отель «Коктем Гранд Ресорт» принадлежит депутату Маслихата Алматы и руководителю депутатской фракции Нуратан. Но наверняка этот факт на выводы проверяющих не повлиял. Тем временем различные сливы и вбросы в водоемы страны уже стали системными. Так, ранее в Караганды жители жаловались на слив фекальных стоков в Федоровское водохранилище. Похожие обвинения звучат и в адрес хозяйки пансионата в Восточном Казахстане. Отдыхающие заподозрили, что канализационная труба выходит прямо в Бухтарминское водохранилище. После таких обвинений призывы чиновников отдыхать на родине и развивать внутренний туризм звучат малоубедительно. Индира Кимова, Асем Караулова, Кирилл Ефремов, Восточно-Казахстанская область. 4-километровая очередь из фур растянулась на казахстанско-российской границе. Более суток водители большегрузов не могут преодолеть пропускной пост Сырым и выехать в Россию. Всего 2 человека работают на такую... Коллегу этот на такой поток это совсем мало, их 10 человек там посадили. Пока он все проксерокопит, пока напечатает что-то там. Однако, по данным Департамента по госдоходам, в штатном режиме на посту работают 3 окна. И перебоев в деятельности поста нет. Просто машин, выезжающих, стало больше. Однако очередь есть, и это факт. При этом условий для долгого ожидания на границе не создано, жалуются дальнобойщики. Нет даже уборных. Водители опасаются и за свой груз. Многие везут в Россию продукты, овощи и фрукты, которые в такую жару могут испортиться. Отсутствие работы или легкий заработок? Что толкает на панель казахстанок? Почему наши женщины предпочитают опасный промысел законному труду? А правоохранители никак не могут искоренить это явление. Бахром Абдулаев расскажет. 40-летняя жительница Шымкента под псевдонимом Роксана уже больше 20 лет работает в сфере секс-услуг и на заслуженный отдых пока не собирается. Клиентов она ищет просто на улице, а также через специальных диспетчеров. Система отлажена. Денег не было, ни на что было жить. Работы такой не было подходящей, дети. Пришлось мне этим заниматься. Ну, кто как может. Не хотят работать так по-настоящему, хотят деньги заработать побыстрее. Врачи спеццентра, работающие с работницами коммерческого секса, говорят, что Роксана скорее исключение из правил. Путаны, которые им попадаются, как правило, значительно моложе – от 18 до 24 лет, в том числе студентки. Со скепсисом врачи относятся к расхожему мнению, что на панелях толкает нужда. Ведь нередко секс-работница отказывается от бесплатной медицинской помощи. Они говорят, что они вполне состоятельные люди, и они могут сами себе позволить обследование и лечение инфекции передовым половым путем и профилактику за свои средства. В южном и жарком Шымкенте проституция процветает другим профессиям на зависть. Обыватели часто жалуются на бордели возле вокзалов. Впрочем, те времена, когда путаны выстраивались на улице в ожидании клиентов, уже прошли. Сейчас такие услуги можно заказать даже в Инстаграм и оплатить их с помощью онлайн-перевода. Бахром Абдуллаев, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Шымкент. В Костанае полиция нашла подростков, парализовавших своими звонками работу колл-центра скорой помощи. Дети практически полдня обрывали провода службы 103 и тем самым лишили возможности других дозвониться. Телефонные хулиганы жаловались на отсутствие общения и даже грозились спрыгнуть с балкона.
Ну, разговоры были всякого рода. Вначале они вообще там и мяукали, и молчали. Потом стали называть всякие адреса. Причем некоторые нам приходилось принимать, потому что когда к нам поступает заявление, что на улице лежит избитая женщина, как мы можем не отреагировать? Ну, вообще, конечно, это было ужасно. Дети просто развлекались. Проигнорировать эти звонки операторы не могли, так как было опасение, что подростки под воздействием каких-либо веществ. Чтобы выяснить это, врачи обратились в полицию. Сотрудники сработали оперативно. Они установили, что звонками в скорую помощь развлекались четверо подростков в возрасте от 11 до 14 лет. В скорой отмечают, что шутят таким образом в основном взрослые, дети очень редко. А поместить в черный список номера таких хулиганов они не могут, ведь им действительно может понадобиться помощь. Что касается подростков, то их родителям, скорее всего, придется оплатить штраф порядка 40 тысяч тенге. А с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протокола по статье 438 части 3 административного кодекса, то есть заведомо ложный вызов специальных служб.